таких высоких стаи не выйдем. Черт, дороги перекрыты. Есть улочка справа, там, правда, тесновато. Так, давай сделаем это. Добро это, да? Миля, давай сюда, мы затыкаем сейчас. Без пехоты мы будем слепыми. Yeah.
сейчас нужны, сэр! Здравствуйте, мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата – обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления – это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежна. Мой отец рассказал мне об этом. Итак, вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, пойдем. Позор! Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. И это та цена, которую вы платите. Отличная картинка, да? Связи Соломона с бомбой тут все равно не видно. Еще что-нибудь есть, сержант? Еще что-нибудь? А что еще нужно? Вы же видели, как он убил Миллера! Сержант, вы на себя посмотрите. Вы в этой истории на каждом шагу. Вы идите. Да бля, вы что, копы? Вы на чьей стороне? Слушайте, вы были в комнате, в которой снималось это видео. Вы были в банке, где нашли бомбы, верно? Да, все так. Мы нашли 3 держателя для бомб, порванные карты. Соломон засветился на камере с Аль-Баширом. Здания больше нет, улик нет, ничего у вас нет. Да. Понятно, а когда? Точно. Ясно, спасибо. Похоже, одно из имен, используемых Соломоном, засекли здесь. Нет. Вот видите! Начинает сходиться ваша история. Аль-Башир ясно заявил, Соломон его правая рука. Правда? Когда? Когда мы за ним пришли. Кампо и я. Один три готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Они не смогут сесть, пока тут свет.
отлично. Два налево. Продолжай. 1-4. Зона высадки в безопасности. Наблюдаю. Прием. Понятно. Включаем тепловизор. 1-4, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо, чтобы была видимость. Прием. На позицию. Надо расчистить улицу. 1-4, мы на месте. Прием. Принято. Двигаюсь. Блэкберн, что видно? Сука! ССО! 1-4, держитесь! Враг впереди! Боевой контакт! Прием! 1-4, держись! Противник прямо перед вами! Ориентировка по расположению отрядов. Направо, пара этажей вверх. Ковнюк на балконе. Снимай его! Чё там нахуй? Блэкберн, пошли! Быстрее! Надо добраться до следующего пункта. Увидимся внизу. Не высовывайся! Пошли. Машина! Ложись! Переулок впереди. Пошли. Стой! Противник у бочки. Не вступать в бой! Ты первый. Я тебя прикрою.